Умер экс-банкир Айтбаки Билялов. Сегодня ночью в Караганде скоропостижно скончался бывший председатель правления Валютранзитбанка. Предварительная причина смерти – инфаркт миокарда. 54-летний Айтбаки Билялов, который больше известен как Андрей Беляев, скандально прославился на всю страну в 2007 году, когда лопнул созданный им Валютранзитбанк, и свои вклады не смогли получить около 15 тысяч вкладчиков по всей стране. Тогда в Караганде вкладчики перекрывали центральный проспект. Это мои деньги, кровные, потом и кровью политые. Андрей Беляев же вел себя безмятежно. Эти кадры сняты за день до ареста. Долгие годы он жил в царской роскоши, писал стихи, организовывал концерты, на которых хакимы жали ему руки и на которые добровольно-принудительно собирались все сотрудники империи. Голубой цвет был визитной карточкой Валютранзитбанка. 10 лет назад в Караганде на каждом шагу можно было встретить здание в этом цвете. Империя Андрея Беляева во время развала скупила в городе десятки зданий, в том числе детский сад, университет, школу, рестораны и гостиницы. Вот это, к примеру, было гостиницей «Казахстан», самой крупной в Караганде. В 2008-м экс-банкира арестовали. Сначала он был осужден на 3,5 года за мошенничество, лжепредпринимательство, злоупотребление полномочиями, подделку и уничтожение документов, создание преступного сообщества и другие преступления. За несколько дней до выхода на волю снова начался суд, и срок Беляеву увеличен до 10 лет. Написать, что я не согласен ни с одним иском в отношении меня. По всем суммам не согласен. И считаю, что хищений вообще не было. Отбывал срок Айтбаки Билялов в колонии общего режима в поселке Карабас. С 8 февраля он стал жаловаться на сердце, но от госпитализации отказывался. Вечером 10 февраля на карете скорой помощи его отправили в областной медицинский центр Караганды с диагнозом ишемическая болезнь сердца. Информация достоверна. Сегодня, 11 февраля текущего года, в 1:05 в реанимационном отделении областного медицинского центра города Караганды осужденный Билялов, бывший председатель правления акционерного общества Валютранзитбанк. А что случилось? Предварительная причина смерти инфаркт миокарда. На момент суда долг Валютранзитбанка составлял порядка 30 миллиардов тенге. Лично Беляев должен вернуть около 500 МРП, при том, что его зарплата библиотекаря в колонии составляла около 20 тысяч тенге. Из неофициальных источников стало известно, что в последнее время родственники Беляева спешно распродавали имущество и намеревались переехать в Россию. Так что среди карагандинцев есть и такие, кто не верит в смерть экс-банкира. Что же человек, все бы такие люди. Конечно, правда. Должен верить, да. А почему должен? Потому что средства массовой информации доносят до нас правду, только правду. В жизни столько всего происходит, что от того, что он умер, может быть, потом и воскреснет где-то. Ну, пройдет 20 лет, мы правду узнаем. А сейчас практически невозможно ответить точно. Кстати, через неделю Абайский районный суд должен был рассматривать ходатайство Белялова об условно-досрочном освобождении. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Дмитрий Полюдов, 5 канал.